have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки. Мы с вами находимся на железнодорожной станции. Фишка в том, что пассажирские поезда сюда почему-то не приходят, ездят только грузовые. Я на самом деле делал такой небольшой перерывчик и уже давненько не играл. Блин, как ту руну достать, я так и не знаю. Честно говоря, я не ходил, никакие гайды не смотрел, не искал. Изначально у меня были предположения, что, возможно, здесь я смогу как-то туда пробраться, но как-то не задалось. Хотя на самом деле это было бы чертовски логично, если бы я мог здесь пройти. Это, ну, очень жаль, что это не так. Тут у нас эти крематории и все дела, и я больше никакого прохода не вижу. А это самое близкое, как, ну, насколько я могу подобраться к этой руне. Вот она, 10 метров от меня. Естественно, никуда сюда я пройти не могу. Поэтому мы, наверное, пойдем дальше. Это очень печально, я не хочу оставлять руну, но я не знаю, как к ней добраться. И я не хочу смотреть гайды, потому что я боюсь спойлеров. Вот, поэтому мы с вами просто пойдем дальше. Б. Фига себе ты стоишь. Вообще, это... Эй! Горожанка. Вообще, да, то, что я хотел сказать, что эта часть гораздо более толерантно относится... Тут есть женщины, тут мы в первый раз увидели, так скажем, не совсем белых людей и всякое такое. Точно. То есть, ну, согласитесь, в прошлой части этого не было. Успокойся. Вы меня нервируете, ребят, не надо меня нервировать. Станция, это вредно для вашего здоровья. Отсюда тут вон есть... Отсюда я доберусь до института. Охранники, женщины. О. А, ну это вход на станцию, собственно, да. Мы здесь тоже уже все были, все видели. Вот, окей, поэтому мы просто идем дальше. Посмотрим, что у нас здесь. Тут караулка, да? В караулке вроде как ничего такого нету. А что здесь? А, здесь амулет близко. Пойдемте, зайдем. То, что я говорил, и повторюсь еще раз, исследование здесь сделано довольно неплохо. Это интересно. Крысы, крысы бегут. О, сейф. Так, уберем на минуточку. Попробуйте открыть меня. Ага. Если вы сможете открыть этот замечательный сейф, то серебро, лежащее внутри, вы можете забрать с собой. Попытки ограничены 30 минутами. Попробуйте открыть сейф. Это, я так понимаю, магазин сейфов, да? Так, пустая бутылка, касса. В конце концов, какая разница? Забрать твои деньги. Так, я установил комбинацию 418. Да, мы продолжим соревнование по открытию сейфа. Может, никто не придет, а может, придет дюжина, как 5 лет назад, во время парада рыботорговцев. Уверяю тебя, никто из этих толстолобых докеров и женушек не угадает комбинацию. Мы проводим конкурс только для привлечения покупателей в магазин. Если повезет, они расскажут об этом друзьям за пивом или семье за обедом. Они же не знают, что там внутри, и сами додумывают. Рассчитывают, что здесь сокровищница башни Даунвелл. Нам нужно торговать, так что продолжай и буду... Продолжай и будь повежливей с болванами, которые попытаются открыть сейф. Или твою жизнь. 418. Окей, это было... Так, 4, 1, 8. Даже цифры, кстати, близко находились, чтобы долго не платить. Может, это совпадение. Так, амулетики я заберу. Патроны я заберу. Деньги я заберу. Спасибо. Я не знаю, зачем там лежал пистолет. Но это уже скорее внутриигровая деталь такая, потому что вряд ли бы они на самом деле ложили туда пистолет. Блин, я рад, что я сюда зашел.
куда я выхожу? А, это я в эту подворотню заходил. Все, понятно. А на втором этаже у нас что? Я не хочу сильно разбивать вот это все. Не знаю, мне это кажется таким вандализмом. Я и граблю-то не очень охотно, так уж если посмотреть. А вот, но... Такое. Я же все-таки... Не для этого здесь, чтобы разбивать. Так, получается, на всю эту территорию у нас единственная руна, которую я, к сожалению, достать не додумался. Конечно, это возможно, иначе бы ее туда не положили, но я просто не додумываюсь. Так, а тут дальше у нас что? Тут дальше ничего. У нас просто магаз сейфов был. И все на этом. Хорошо, я в пяточку. Надо не забывать сохраняться, хоть изредка. Так. Окей. Вот как скажут, мол, что-то не так. А мне сразу так неуютно становится. Это враги, между прочим. Вечно мне достаются эти слова. Спорят на недельную получку, что хуже не бывает. Так. Что? Да что угодно. Главное теперь не зевать. Яблочко. Да, ребят, вы не зевайте, главное. Паулу заходил? Поиграть в кости, с девочками пообниматься. В ведьмину руку? Издеваешься? Там же одни стенатели. А ты форму сними. Спасибо. А, у меня грены полные. Я тогда грушу сниму. Банан и хлеб. И вообще все, что вы мне тут набили. Бедный Йорик. Головобол. Или как там это называется. Стой, нужно в тарелочку аккуратненько. Эй, ты кто? Стой! Я у тебя забыл спросить, кто я. Так, это мне нужно отключить. Да-да-да. Кажется, здесь кто... Ладно. Да, смотрите, то есть здесь появилось больше... Ну, как бы это можно оправдать еще тем, что мы находимся на другом острове, вообще в другой части этого мира. Ситуация с трупными ослами ухудшается. Мы все надеемся на чувствительное... на чудесственное средство. Любопытно, сколько еще народу погибнет в страшных муках? А адрамитские микстуры годятся для шахтерских болячек. После улучшения... ее с некоторым успехом использовали для лечения осиной лихорадки. Доктор Александрия Гипатия во всеуслышание заявила, что может усовершенствовать рецепт. Так где же лекарство? Что случилось? Я скажу, что случилось. Герцог Лука Абелли запер Гипатию в Адермийском институте. Она пленница. Этому есть лишь одно объяснение. Очевидно, что драгоценное лекарство доступно только герцогу и его богатеньким дружкам. По-моему, они просто хотят, чтобы мы не ему чтобы все неимущие передохли. Тогда выжившим будет легче править. Герцог стаканами хлещет лекарство Гипатии, а мы тут умираем. Ха, герцог. Кстати, да. То, на что мне довольно справедливо указали, что все было довольно ярковато. Тут еще кто-то есть. Кто-то вломился! Я тебе сейчас вломлю! Так вот, я сейчас только что вспомнил об этом и сделал немножечко потемнее, потому что, да, некоторые места довольно, ну, довольно яркие, и это становится даже дискомфортно. Итак, Адермайер Гранд Гард Стади. Итак, картина довольно темная. Потом пойду, напьюсь как следует. Я тебя понял. Тут, короче, осталась точно такая же проблема, как и в первой части, что подкрадывание сбоку не срабатывает.
Чего? Подкрадывание сбоку не срабатывает, и тебя... Ну, не то чтобы замечают, ну да, замечают. Так, кстати, монетки, спасибо. Вот, а к тому же... Сейчас, еще минутку, ребят. Вот, кажется, я нашел кое-какой баланс, а то никак это... То есть, вот кнопочки убийства сзади срабатывают далеко не всегда, вот что я хочу сказать. То есть, можно подойти сбоку, тебя все равно не заметили, но кнопочка убийства сзади не появляется, это немного печально. Так, что у нас здесь? У нас просто был второй под этот этаж с чуваками. Итак, отрывок из книги по географии и культуре Серконоса. Серконос, жемчужина юга, широко известный своими теплыми ветрами, острыми блюдами и бесконечными пляжами. В Куле собираются путешественники со всех островов, а Карнаку, самый южный город известного мира, предпочитает элита империи. Говорят, что месяц отдыха под Серконосским солнцем на пляже или в одном из сельских поселений излечивает большинство болезней. Путешественники увозят с юга рецепты и стили от танцы, которыми Серконос обучаются с детства, любят в Гристале за чувственность. Им подражают модники аристократы в столичном городе Даунволле. Единственная проблема Серконоса – маленькие острова к востоку от Большой Земли. Этот архипелаг вот уже много поколений служит прибежищем для пиратов, которые грабят торговцев, путешествующих между островами, а в последнее время нападают и на китобойные суда, возвращающиеся с богатым грузом в Орване. У меня такое ощущение, что мы это могли уже читать, но, возможно, нет, возможно, это новая информация. Так. А побрать, конечно. Так. Бенни, по-моему, в этом экипаже опять треснула опора двигателя. Наверное, последний сварной шов не схватился. По пути из Адермира мотор ужасно вибрировал. Нам очень повезет, если доедем туда еще раз. Экипаж надо снять с рельсов и отогнать в мастерскую для разборки. Ого. Не знаю, к чему нам это, но, возможно, пригодится. Тут больше ничего нету. Вроде ничего, наверное. У вас тут все, честно говоря, в таком состоянии. Это же до меня тут все было разрушено и разбито. Так что, ну, не знаю, такое себе. Вообще, что мне сейчас нужно сделать? Воспользуйтесь экипажем. В старом Лампро. Один странный малый, что-то неладное. Член его был коротким и вялым. Пойду напьюсь. Он старался усердно, милосердно вырасти размером с нормала. Размером с нормала, ёпарас, это поэзия. Это кто вообще сказал? Мне интересно. Ну, то есть, тут еще остались солдаты, вот это к чему. Станция у нас вот. На первом этаже мы были, на втором этаже... Наверняка, ничего страшного. Ну, собаки лают или еще что. А у всех нервы на взводе. Откуда ты это говоришь? Вот что мне интересно. Кстати, я бы, наверное, в какую-нибудь крыску бы вселился. Тут дырочка есть, а как туда пройти, я не знаю. И тут крыс нигде нету, да? Ну-ка, а на улице? Давайте по-быренькому посмотрим. Если я найду крысу, я бы туда сходил, там интересно. Это, кстати, вот эти вот экипажи. Возможно, их тут ремонтировали или еще чего-то. Это, скорее всего, просто сюда проникнуть. По-тихому. Вот. И крысы там снаружи, потому что внутри они уже не нужны. Да, все, я понял, куда это идет. Ладно. Так где ты? Так, можно сюда пройти, сюда. А, вот ты, блин, вот это я слепошара. То, что мне тут. Детей уже 2 года не видел.
штуки. Стоп, а это случайно... Ёлки-палки. Меня этим только что чуть не снесло, да? Да, туда я не пойду, уговорили. Так, F5, спасибо. Я уже 2 года не видел. Вот какой молодец, прям отец года. Так, тут какие-то эти. Я не знаю, зачем я сюда иду. То есть, если вы меня спросите, мне просто интересно тут все обшарить. Мне нужен этот экипаж, это я тоже понял. А что там внизу? Просто место заныкаться? А, тут есть проход к этим экипажам. Наверное. Если успеть на него запрыгнуть. Не знаю, не уверен. Не уверен. Ладно. Поехали. Я не буду строить теории. Тут насчет экипажа все немножечко неоднозначно бывает. Отправляемся, да? Там говорили, что двигатель вибрировал. Отправляться? Да, отправляемся. Ты же знаешь, как этим управлять. Вот, зараза. Так, хорошо. Убито мирных 1. Да, к сожалению, ту тетку я кинул, и она неудачно приземлилась. Убито врагов 43 из 44. А, 43 в смысле вообще. Обнаружено тело 22, обнаружение 51. Ну, как-то меня это не особо волнует. Амулетов чужого 2. Рун 9 из 10. Да, одна руна там осталась не найденной, к сожалению. Блин, я где-то один чертеж не нашел, а вот это печально. Ну, что чертежи — это штука полезная. Это, скорее всего, один я купил у торговца, а второй где-то лежал, и я его просто не заметил. Так, хорошо, хорошо. Грабеж на черном рынке. В квартире с трупными мясами вы раздобыли ключ от подпольной лавки. Кстати, а я этим не воспользовался, да? Попробуй открой. Вы выиграли состязание по открытию сейфа? Да, я выиграл. Страж гнезд. Вы избавились от стража гнезд в доме, населенном трупными осами. Да, это был тот мужик. Точно, точно. Было такое. Ключ-то я нашел от подпольной лавки, а я же не воспользовался. Ладно, короче, не знаю. Я про этот ключ, на самом деле, к этому моменту уже успел подзабыть. Мне его только что напомнили, что я за ним ходил. Ну да, да. Ладно, открываем секретики потихонечку, и то хорошо. Я не претендую на 100% прохождение. Так же, как и на тихое прохождение, если что, как вы, наверное, Адермир. Уже заметили. Именно сюда ведет след королевского убийцы. Раньше здесь были солнечные галереи для богачей. А институт основали сразу после того, как Данул опустошила чума. 15 лет назад. Понятно. Александрия Гипатия – главный алхимик. И ей придется ответить на мои вопросы. Даже если Антона Соколова здесь нет. Да, про Александрию мы читали. У нас были записки или книжки, или что-то там было. Короче, мы что-то про нее читали, что ее держат заперти. Нам нужно бы ее освободить. И, по сути, наверное, она у нас не отрицательный персонаж, да? Красиво тут у вас. Ничего не скажешь. А чё ты голову-то сразу отворачиваешь? Ну, блин, чувак. Мне хочется на виды посмотреть. Он берет, отворачивается. Так, это у нас университет, да? Да, хорошо. Враждебная территория. Спасибо, что предупредили. То есть вы не заметили, что к вам тут приехал кто-то, да? Давайте по-быренькому посмотрим, что тут дофига всего! 43, 93, 83, 75, 75, 69.
Прям подо мной. А как я туда доберусь? Меня разыскивают. Да, круто. Так, я подозреваю, что это сюда. Да ну! Молодец. Потом раздобуду новые сапоги. Да ну блин, чувак, прекрати, пожалуйста. Сейчас, как там загрузка? Он жрет просто банку за банкой. Так, где там? А, 5. Вот оно. Забери, пожалуйста. Спасибо. Надо будет, кстати, разобраться с амулетами. Я уже успел подзабыть, что у нас там стоит и что нам надо поставить. Верни. Так, F5. Ладно. Давайте прямо сейчас глянем, что у нас творится с... Так, ну, истории, да-да-да-да-да, это мы все читали. Да, у нас, кстати, только два амулета до сих пор стоит. Есть акробат. Намного, лазите намного быстрее. Да, давайте поставим. Может, я потом пожалею об этом, но ладно. Хрупкие болты. Ваши болты наносят больше урона. Болт всегда ломается при ударе. Да, в принципе... А зачем, чтобы он больше урона? Он же ваншотит, нет? Да, давайте. Духовный запас. Мана восстанавливается немного быстрее. Временная хитрость. Вражеские гранаты взрываются немного медленнее. Поджигатель. Радует зажигательные болта немного больше. Взрывы наносят меньше урона. Давайте духовный запас. Ну, вот так вот пока сделаем. Я не знаю, что мне сделать. Улучшайте... Снаряжение в подпольных... Ага, понятно, чтобы больше ячеек. Все, я понял. Теперь, насчет умений. У меня всего одна руна. Так-то, да, жаль. У нас есть вселение... длительное время и вселение в мертвеца. Кстати, я это еще не пробовал. Мне нужно еще 3 руны, чтобы вселение в людей сделать. И, наверное, потом буду еще глаза качать и замедление времени. Я еще не уверен. Вот это вот... Ну, так, это я не буду пока трогать. Ладно. Так, я не помню, сохранился, не сохранился, да, сохранимся. Хотя вон внизу игра сама такая говорит, окей, я тебе помогу. Второстепенная карта. О, карта, это неплохо. Я мог бы сейчас в крыску превратиться и пойти, но, пожалуй, я этого пока делать не буду. Что у нас здесь происходит? Будем исследовать не особо-то торопясь, наверное. Опять же, не из-за стелса, а из-за того, чтобы просто... Вагонное реле снова чинят. Проверим? Не, наверное, они просто проверяют, все ли в порядке. Никто сюда больше не ходит. Только не угадаешь же, когда герцог пришлет проверяющего. Странное дело. Так он прямо бдит за Адермиром. Сейчас я вот этого ушатаю по-быренькому. Теперь я точно знаю. Там точно кто-то есть. До свидания. Ну как он меня заметил? Что ты думаешь? А он так и называется, двушка эта монетка. Не знаю. Возвращается на рассвете. На окнах теперь кровавые разводы. Не знаю, что и думать. От меня не уйдешь! Ты от меня не уйдешь, чувак, не переживай. Так, пульки-то я подобрал.
Тут почитать нечего у вас. 20 тысяч монет, кстати, за Корова от Тана-то. Что? Нет! У меня же дети! Пустите! Пустите! Кто тебя держит? Пустите, пустите. Кто тебя держит? Карнака. Так. Почему у вас все в такой разрухе? Блин, это ж не я все сделал. Это вот я пришел, и у вас тут уже говно творится. Ну вы че? Смотрите, сколько мусора, сколько вот... Как вы в такой ситуации работаете? О, давайте, спасибо, съем. Вся чешется. Почему нельзя ходить в обычной одежде? Потому что у тебя все чешется. Так. Где там этот чувак был? Я бы его, наверное, обобрал бы. Тут можно просто спуститься к нему. Без сознания? Ох ты, я его не убил. Я его вырубил на кой, не знаю чем. Это очень странно. Так. Ладно. Рядом руна или амулет? 12 метров от меня. Тошно. Детей уже 2 года не видел. Это тоже все по детям скучает. Надо бы запасную достать. Пятый лейтенант Микас. После патрулирования явитесь на доклад дежурному офицеру. Так, там чувачок строчит. Но ему это не помогло. Так, тут пульки, а это... Усыпляющие дротики. Окей, наверное, мне пора бы ими пользоваться. Раз они уже не влазят, то... Где они у меня вообще? Кто-то грома испугался, что ли? Это зажигательное. Это обычный, минуточку. А как мне усыпляющий-то выбрать? Жалящий. Бежать и забыть. Бежать, блин, и забыть. А? Это я, кстати, соберу. Окей. И поскольку я выбрал хрупкие болты... Почему гражданин без сознания? А, это они! Это они за ней гнались, это не я за человеком гнался. Все понятно. То есть, это вот она орала, пустите, пустите, но это они за ней гнались. Так, что у нас тут по... 30 метров, 48, 53. Так, 58, там наверх можно сходить. Ладно, учтем это. 27. Руна 14 метров, совсем близко. Так, туда я пройти не могу. Давайте обойдем, наверное, тогда. Уж не знаю. Дверь заблокирована. Какая красота. Ну, значит, можно как-то по-другому туда пройти, я полагаю. Здесь... Брат с Альбы. Здравствуйте. Сегодня банный день? Пора бы. Меня уже тошнит от собственной вони. Почему у меня усыпляющие дротики только так выбираются? Что с объедками-то делать? Раньше я их отдавал собакам, а теперь на псарню ходить запретили. Но будем крыс кормить. Не говори так. Времена сейчас и без того тяжелые. Когда Адермир был открыт, мне тут нравилось. Я готовила для больных. Доктор Гепатия говорила мне всякие рецепты. Теперь никому-то я не нужна. Это да, но уж лучше с дурной работой, чем вовсе без нее. Блин, они не сразу падают, вот в чем прикол.
Они не сразу падают, они некоторое время еще стоят и шатаются, прежде чем упасть. Я не хочу убивать гражданских по возможности. Так. Это я съем. Я все тоже съем, если вы не против. Да, кстати, на F у нас же оружку убирать. Я вспомнил. Ну, вспомнил, я случайно нажал на самом деле. Руна 25. Руна 20. Амулет 18. Короче, все это на верхнем этаже, да? Да, у нас там за столом то ли 2, то ли 3 солдафона еще сидят. Фу, уйди. Такая морда противная, эта рыба. Ну ладно, мало рыб обладает симпатичными мордами. Серебряный тип. Серебряный шип, материальный карт. Ситуация с трупными осами ухудшается. А, все, это мы читали уже. Серебряный тип. Так, это все съедаем. Да. Рыба у нас не расчленяется, к сожалению. Урона 30. Подняться наверх здесь не получится. Я так понимаю. Так, там мы двоих усыпили. Блин, я только 5 дротиков могу с собой таскать. Это не очень красиво, кстати. Здесь что-то не то. Возможно. Тут больше никого, что ли, нет? Так, сюда можно зайти. А что здесь? Здесь ничего вроде. А, ну здесь шкафчики. Спасибо. 15 монет, тоже хорошо. Опять же, руна 15 метров, но вниз. Туда можно пройти. Ну, тут исследовать и исследовать. Наверное, этих чуваков сейчас уберу. Кажется, там... Неплохо они поджарились тут. Я все съем. Вы что тут... мне показалось, жареных карликов едите. Это что было сейчас? Я вот это вот не заметил на самом деле. Ну, такое мелочи. Хлебушки у вас тоже заберу. Все, не хочу тут особо ползать. Вот здесь. Да, это я тоже заберу. Спасибо. Новая руна. И этому... чрезвычайно рады. То у вас такая типа забегаловочка, да, была, рыгальница. Это я не могу забрать. Ага, тут правосудие по районному, ну типа самосуд, наверное. Так я прохожу за стену. Лично мне достаются эти суммы. Спорю на недельную получку, что хуже не бывает. Почему? Хуже не бывает. Сейчас, чувак. Ну, я тебе покажу, что может быть хуже на самом-то деле. Такое вполне... Кто открыл дверь? Ветер, наверное. Ветер, да. Лет 10 назад здесь отлично было. Вот представь, расслабляешься ты тут с месяцок, а другие вокруг тебя бегают, заботятся. Нет. Я заберу все, если вы не против. Пистолет мне тоже не нужен. Тут можно было пройти, значит, да? Блин, тут куча районов. Если отключу сторожевую вышку, Меган сможет меня подобрать. Ага, значит, мне это надо. Отлично. Чё это за эффект-то такой?
Красиво. Красиво, я такого не ожидал. Я снайперски ушатал чувака. Неплохо, неплохо. Мы туда сейчас вернемся, там куча всего, я согласен. Я не собираюсь уходить из этого места, я про другое. А как мне ее отключить? Сейчас что-то будет. Что? Своя земля! Бежать некуда! Любишься и женишься. До свидания. Мне кажется, чувак, тебе поплохело немножечко. А, это можно было сделать вот так, окей. Требуются ключи. Ключи были у одного из этих уродов, я уверен. Надо сейчас... Блин, надо сходить за ними. Хорошо, не ушибся. И на том спасибо. Блин, нет, а где красный? Черт, а где красный-то? А, вот он. Иди отсюда. Я думал, ключи у вас будут. Пойдемте вниз посмотрим. Ну, я бы хотел вернуться через ту дверь. Ну ладно, вышку-то я разнес, что тоже хорошо. То есть, получается, потом я могу отсюда отплыть. Если мне ничего не помешает. Видимо, да. Так, нам нужно обратно. Я спрячусь, подожду вас. А, ты уже здесь, твою за ногу. Ты меня перепугала нафиг. Ладно. Да-да, спрячься, подожди. Нам нужно обратно. Вот, да, вот это место. Мы могли сюда вот телепортнуться. И это, ладно. Ключи, ключи. Блин, у нас уже то ли второй раз, то ли третий раз. Мы утыкаемся в то, что не можем найти ключи. Кто здесь? Никого. Бум. А чё ты такой стоишь беспалевный тут? Так, это у нас основная цель, кабинет доктора. Все, понятно. Значит, нам наверх. Не кряхти. Надо думать, пациентов доктор Гипатия больше не принимает. Точно. Больше не принимает. До свидания. Спи. Все счастье свое проспишь, чувак. Это как... Это крокодил или кто это вообще? Так, ладно. Прямо под нами. 9 метров прямо под нами. В смысле под нами? Я же... Опоздавшие остаются на дежурство вне очереди и без оплаты. Блин. Руна внизу. Я такой хожу, хожу наверх, наверх, наверх. А мне надо вниз. Нормально тогда. Бумажечек интересных никаких не будет. Я заберу. Я заберу. Это я не заберу, к сожалению. Я ожидал, кроме завтрака, я ожидал увидеть какие-то интересные документы, наверное. Вот. Еще, кстати, фишка в том, что каким-то образом бутылкой алкоголя можно поджечь целый стол. Ну, не знаю. По-моему, немножечко сомнительное решение. Так, там пёсели. Ну, я схожу. Ну, что меня будет дальше раздражать, палить и все дела. Дверь заблокирована с другой стороны, видимо. Ёшкин кот!
Я думал, ты тут один. Их можно было, наверное, выпустить и свалить отсюда. Ладно. Просто валим отсюда. Вниз. Почему вниз? Тут кто-то есть? Да, есть. Так, это я могу почитать. Воздействие ветров на карнакские континенты, что и проистекающие из этого экономические показатели. Ворвань. Жидкая энергия. Как удивительно, что в ушах этих животных... что в тушах этих животных в жире, добываемой из них наряду с мясом, содержится столько энергии, что она позволила всем островам пережить это неблагоприятные годы. Она оказалась бесконечной, но... казалась бесконечной, но теперь свет начинает меркнуть. Наши китобои говорят, что огромные животные встречаются все реже. Но, уважаемые коллеги, не все регионы пострадают от этого в равной мере. Карнак обладает уникальной способностью. Это расселена горы Шандейри, которая направляется и усиливает ветра. По мере того, как будут расти дефициты ворваний, а стоимость добычи оставшихся гигантов начнет превышать стоимость их жира, Карнака будет все более возвышаться над прочими островами. У вас тут... Свали отсюда. Вы собираетесь за счет ветра энергию, да, качать? Да, вот вам песели, кстати. Так. Перенаправить я, кстати, не могу. А это то место, где я оглушал людей, да? Да, хорошо. Так. Я могу ездить вверх-вниз, минуточку. А вниз я могу поехать, да? Лобби, бейсмент... Главный зал, клиника. Вниз я не могу никак спуститься. Или же каким-то образом... Два чувака, которым повезло, что они спят. Так, вот это главный зал. Вот это вот перенаправление, которое я не могу сделать. Очень круто. Кстати, вот картина, может она... Да, это она забирается. Круто. Перерубить эти кабели я, конечно же, не могу. Я эту картину с той стороны заметил, собственно, поэтому я прибежал. Потому что эту картину можно забрать. И опа, ее можно забрать. Какое совпадение. Да, и дверь заблокирована, сюда попасть не могу. Окей, давайте обойдем еще раз. Тут уже можно спокойно бегать. А, мне интересно, как попасть вниз. Вот, собственно, в чем вопрос. Внизу явно что-то находится. Ну, как бы что-то. Одна руна, и она недалеко. Фу ты, блин, мне не сюда. А, я путаюсь. Окей, значит, в эту сторону. А, в эту сторону у нас как раз та дверь, да, которая была заблокирована. Да, вот она, заблокирована с этой стороны. Все, понятно, как здесь все находится. Здесь я ничего не почитаю. Вот. Чего-чего? А, это печатное это. Все, хорошо, тут мы все исследовали, насколько я понял. Тут у нас ванна, туалет. Да, мы сюда заходили. Тут были спящие солдаты, тут были собаки, тут было все подряд. Вниз я тут никак не попаду. Наверное. Да. Короче, в подвале есть руна, но как попасть в подвал, мне пока что неведомо. Ладно. Ладно. Пойдемте тогда. Не можем попасть вниз. Пойдемте тогда наверх. Ух, яйца чужого. Вот бы повезло. Черт, побери. То, что нужно. Твои... Сука. А, черт. Съелал. Так, давайте их дать. Что за вакханалия тут происходит? Так. Оскверненный амулет. Такое себе. От меня прячут руны.
Это не очень... Не, ну их должны прятать, я это понимаю, конечно. Но пути совершенно неоднозначны. Так. А что ты здесь сделал? За стеной. Он прям за стеной. Блин, это что, тайная комната? О. Это, кстати, интересно. Свечу потушить. Так, так, так. Минуточку, ребят. Я тоже заберу, кстати, спасибо. Я не обратил внимания. Это шкаф. И это шкаф. У меня такое ощущение, что здесь где-то то ли, ну, тайная комната, или как это все происходит. То есть явно за стенкой что-то есть тут. Здесь я сделать ничего не могу. Может, глобус покрутить надо? Да, он крутится, но от этого ничего не меняется. Блин, тут дофига тайн. Просто дофига. Говорил же, что не хочу разбивать. Мне каждый раз неприятно, когда я их разбиваю. Так, ладно. Тут у нас чисто теоретически есть какая-то загадка. Надо будет посмотреть. Так, давайте сохраняшечку кинем. Да, видите, оно разделено такое на два крыла, как таковых. Вот, и... Тут... Я тебя понял. Я тебя понял. Там я не пройду, что ли, ты хочешь сказать? Рядом есть. Да, сюда я не попадаю. Здесь тоже окна, через которые я не могу пройти. Черт! Ну, то есть вы хотите сказать, что мне придется обходить все это? Ну, это не фан. Окей, давайте попробуем. То есть... Здесь я могу вот сюда вот запрыгнуть, и все будет хорошо. Окей. Идемте тогда... Блин, меня не каждый раз пугают. Здесь, получается, через центральный зал я могу залезть вон туда. В то место, в которое я не могу попасть здесь. Отлично, по крайней мере, теперь обходить не придется. Вон, я был в том крыле, теперь я хожу, зайду, похожу в этом крыле. Тут у нас дверь заблокирована. И сюда можно было забраться еще таким образом. О! Интересно. Это какие-то заброшенные части, что ли? Почему тут прям все капает и это? Ну-ка. Некоторые... Странные пациенты доктора Гипатии приносят предмет, который сложно классифицировать для хранения. Я сложу их в сейф в кабинете со стороны главного входа. Код замка 998. Это не тот сейф. А вот это, наверное, тот. 9 9 8. Да, это он. Ну что ж, на сейфе сегодня везет. Даже чертежик раздобыли. Окей.
Давай в пяточку. Ну, хорошо. По крайней мере, с этим нам везет. Мне интересно, есть ли отсюда проход или это закрытая локация. Это, наверное, закрытая локация, в которую можно попасть только с этой стороны, и все. Ну, с другой стороны, это, наверное, и к лучшему. Так. Ну что ж. Давайте тогда будем валить отсюда. Сюда мы никак не проникнем. Опять же, подвал. Да блин, успокойся ты. В подвал мы пока тоже не попадаем. А, буква F у нас в принципе. Так, ХПшечка у нас есть. Здесь. Здесь мы были, там мы были. Окей, F5. Это что я не ж? Могу подобрать. Порядок. Начали. Получается, нет, да, нет. Там. Посмотрим. Как нам ключ Гипатии? Ключ Гипатии. Давайте поднимемся дальше наверх. Может, ключ в кабинете Гипатии? Это было бы логично. Где ее кабинет? Там, где мы читали? Отрывок книги о традициях мореплавания, о резьбе по кости. Как говорится, костяные амулеты благословенные моряка. Резьба — это давняя традиция. Блин, ребят, мы это читали, по-моему, мне кажется. А это... Ну, это вроде огненные. А, у меня их нету. Отлично. Тут кто-то повесился. Так, это я заберу. Итак. Меня отпустили. Последняя запись в дневнике сестры-хозяйки. И все, и все-таки преподнесли. И все так преподнесли, будто я просто подала чай и могу уходить. А я-то дура решила, что у меня для разнообразия будет свободный вечер. Я такая говорю: отлично, увидимся завтра с утра. Ох, я аж покраснела, когда мне сказали, что я больше не приходил, чтобы я больше не приходил никогда, без объяснения. Мне даже не дали попрощаться с доброй докторшей. Должно быть, я совершила что-то ужасное. Ну что же, разве я не помогала Гипатии? Не делала все, что она просила. Она сама сказала, что без меня как без рук. Я все пытаюсь вспомнить, что же сделала не так. Да, я оставила тот флакон с лекарствами на столе, и оно испортилось, но это случилось больше месяца назад, и Гипатия, похоже, не очень рассердилась. Теперь я думаю, что она всегда была мной недовольна, но из вежливости не говорила этого в лицо. А сколько работы не сделано, я слишком расстроена, чтобы еще что-то писать, и повесилась. Из нее трупнеосы вылетели. Ну, красиво. Мне вот этот шелест крыльев раздражает на самом деле. Так. Угу. А, это отрывок из книги про амулеты, да. А, так, но здесь не будет никакого ключа, я так понимаю, да? А, здесь будет денежка. Но ключа здесь не будет. Но это, кстати, не кабинет Гипатии. Мне начинает казаться, что, возможно, кабинет Гипатии был внизу. Надо будет... О, записка. Прогноз погоды обещает нам завтра много солнца. Так что предлагаю вам вывести на террасу пациентов, которые не назначено
люминотерапии. Если нужно, используйтесь каталками. Количество кабин для загорания ограничено, и учитывая их дороговизну, закупить мы новые в ближайшее время не сможем. Не сможем починить сломанные, простите, так что пусть наши пациенты наслаждаются настоящим солнцем, а не искусственным. Доктор Васко. Доктор Васко. У меня такое ощущение, что я ключ мог пропустить где-то внизу. Минуточку. Доки, консультант, обеденный зал. Кабинет доктора Гипатии. Нет, все-таки он на 5-м этаже. Все верно. То есть мне придется потом сюда возвращаться, открывать, да, открывать. Но это на самом деле не проблема. Она там правда? Да, сэр. Мартель спрашивает, почему мы не бьем стенателей. Я бы все отдал за отряд, который не задает вопросов. Странно же, сэр. Тут ведь ни одного пациента. Парни не понимают, что такого в докторе Гипатии. Что мне им говорить? В следующий раз скажи, что если с ней что-то случится, герцог сдерет с нас кожу заживо. Все понятно. Тебе повезло, иначе бы с тебя герцог содрал шкуру заживо. Так что я тебя аккуратно убил. Радуйся. Спасибо, что дверь открыл. Так. Здесь такого больше вроде как ничего нету, наверное. Китовая кость. Рядом... Я так понимаю, что прямо сейчас, ну, как бы, да, нужно готовиться, не то, что готовиться, нужно охотиться и на руны, и на амулеты, но не очень рьяно, потому что сейчас я не могу попасть во все отделения, и мне в любом случае потом придется с 5-го этажа спускаться вниз и заново проходить некоторое помещение, поэтому я думаю, что потом у меня будет больше возможностей найти все это. Сейчас мы с вами еще терраску посмотрим. Человека. Может, гренки испытаем в ком-то веке? Неплохо. Они работают. И на том спасибо. Ну, то есть, блин, а... Иди купаться. Неплохо. Ну, хоть гренами воспользовались. И то хорошо. Тут у нас можно перекусить. Здесь у нас вроде как ничего такого не наблюдается. Я хочу вот эту терраску еще обойти, глянуть. Что тут и как. Тут, наверное, можно как-то еще тайно пройти наверх. Может быть, кстати, а может быть и нет. Вот. Здесь... А, так я здесь и входил. Все, тогда отлично. Давайте, ребятушки, на этой минутке мы с вами и остановимся пока что. В следующей серии мы уже пойдем на 5-й этаж, собственно, с Гипатией поговорим. Надеюсь, ее ключ найдем, надеюсь, еще секретики поищем. То есть тут еще многообещающее такое место. Я думаю, мы можем много еще из него получить. Все, ребят, на этом сегодняшняя серия заканчивается. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек, всем покеда.